Итак, всем привет, это восьмая часть. Я нахожусь, получается, в аду. И, получается, все это время, когда я записывал седьмую часть, я молчал. Блин, я этого не заметил, что у меня был выключен микрофон, так что не серчайте. Сейчас я попал в это место, где эти демоны. Так что не серчайте, что я молчал в седьмой части. Я не молчал, я разговаривал сам с собой. Так, мама, где ты? Так, когда я бился с ними, я сбился с пути. Я сбился с пути. Где ее мать? Тьма забрала ее. Заберет и тебя. Откуда я пришел, я не помню. Здесь слишком глубоко. Значит, я иду правильно. Мама, ты нужна мне. Помоги мне. Почему это со мной делаете? Вы обе мертвы, вы обе сдались в тьме. Даже твоя любимая мать была обессилена против тьмы. Ведь она тоже умерла, ведь позволила тьме засорить. Но она не бежала. Она спаслась единственным известным ей способом. Отдала свою жизнь богам. Если бы ты поступила так же, то избежала бы этот мир ужаса. Еще не поздно, она зовет тебя. Почему бы тебе бы не соединиться с ней? Так, снова поле битвы, сейчас я буду сражаться с ними, их должно быть здесь больше. А, тут этот сильный, он очень сильный. Так, сейчас он стал духом, я не смогу ему причинить никакого урона. Ну давайте, кто первый? Ты? Так, это довольно сильный. Ах, зачем я на него полез? Берегись. Так, он стал духом. Они меня сейчас убьют! Так, вот еще один идет. От этого буйвола надо избегать.
Да, точно я говорил, их тут станет намного больше. Ой-о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 й
Берегись! Ах ты, я же уворачивался от него! Осторожно, сзади! Я проигнорировал это сообщение. Они меня сейчас убьют. Так! О! Геймпад завис! Не надо сейчас зависать! Беги! Оп! Why do you still fight on? Brethren is wrought and let your blood seep into the seas of the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all? Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Где еще? Just look around you. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? What? Сука, геймпад тупит, не вовремя, он же убьет меня, блядь! Пидорский, сука, геймпад! Все сначала, я буду драться с самого начала. Вообще с каждым. С самого начала! Ебаный геймпад! Why do you still fight on? Maybe you too can suffer with the brethren who is wrought and let your blood seep into the seas of the rivers of hell. Isn't that what you deserve on the poor man? Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around. What hope is there for you, even if the soul could be rescued? Do you think he will thank you for what you have done to him? Уворачивайся! To his father. Так, почему так все быстро произошло, я что-то не понял. И куда идти, мне тоже не помню. Я иду не туда.
Все, на этом битвы здесь закончились. Вы обе мертвы, вы обе сдались тьме. Сейчас я буду ходить по рукам этих мертвых. Я больше не могу бороться. Одна не могу. Где ты, мама? Я хочу к тебе. В ту ночь отвернулась от всего мира, чтобы пройти по следам своей матери, чтобы уйти туда, где тьма ее не доберется. Сено, посмотри на меня. Ты слышишь их? Они зовут меня. Мы же потеряли многих. Я потерял отца. Не могу потерять тебя. Ты сам сказал, на моих руках кровь. Я этого не говорил. Ты ничего плохого не сделала. Эмбер был прав. Все будут страдать. Эмбер ошибался. Злобный, жестокий лжец, ядовитый язык. Его слова все еще мучат тебя. Кому ты веришь? Ему или мне? Ты все еще веришь мне, Сенуа? Веришь в нас? Вернись ко мне, пожалуйста. Да, не дай этой тьме встать между нами. Самые тяжкие битвы ведутся разумом. Он дал ей меч, которым можно сражаться в разных битвах. Она дала ему слово никогда не сдаваться. Ей просто нужна была поддержка и чуть-чуть надежды. Итак, получается, я пришел оттуда и нахожусь здесь. Что там, я не помню. Ну, кажется, там демон темноты. Сенуа, мы здесь. Здравствуй. Мы вернулись.
привет ей передают. Соскучились. Мы думали, что потеряли тебя. Ты нам нужна. Мы пришли, чтобы помочь. Не волнуйся. Вот вход, смотри, вверх. Так, я сейчас бегаю и не смотрю по сторонам. Где-то должна быть еще очередная, как сказать, история. Ну и ладно, что уж теперь сделаешь. Так, я поднялся наверх. Зачем я сюда поднялся? Здесь ничего нет. А, вот. Вот дверь. Ты сможешь? Уходи. Я не буду тебя слушать. Да, там, походу, будет демон темноты. И мне нужно будет бежать к свету. Так, история с буквочкой L. Мы ее слушали, но мы ее еще раз послушаем. Семь историй. Две лестницы. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rayan's father possessed a great treasure given to him by the gods. Что там наверху? Очередные трупы. Фафнер hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. Две лестницы и два разных пути. Не открывай дверь. Назад. Вот, точно, точно. Что там такое? Возвращайся. Огромное чудовище охраняет вход в Вильхельм. Грам. Имя его. Он знает, что ты здесь, Сэнуа. Он чувствует твой запах. Чего ты боишься Сэнуа? Как ты сможешь спасти Диллиона, если боишься даже вступить в тень? Не могу. Тогда сделай это. Так, нужно бежать на свет. Иди, беги, не останавливайся, беги. Так. Чудовище. Караулит тебя из тени. Так. Да-да-да. Он здесь. Мне нужно бежать на свет. Бежим. Продолжай, беги. Она думает о богах. Так, здесь свет есть. Не обманывайся, чудовище по-прежнему там. Сэнуа. Кто это? Это чудовище? Нет, это западня. Мама? Ты слышишь их? Это я, Сэнуа. Столько ненависти. Я всего лишь хочу помочь тебе. Скажи, что мне сделать? Твой отец хотел, чтобы они ушли, а делать мне больно, только чтобы намокли. Я умру, если правду за ними. Нет, пожалуйста. Они хотят, чтобы я пошла. Хватит. Не слушай их. Ты видишь? Видишь их лица? Мама. Он идет, Сэнуа. Помоги мне. Как? Выпусти меня отсюда. Не уходи.
Так, будем искать эти знаки. Так, теперь нужно на них сосредоточиться. Зафиксировать их. Один знак из них находится в подполье. Он вычерчен кровью. Есть где-то была история. Наверху. Для начала... Нет, для начала поднимемся вверх, потому что вверху там... Ой, внизу... Внизу там слишком долго, все. Сколько людей здесь сгинуло? Тима гаснет? Подсказка. Пи здесь рядом. Вот она. Пи рядом. Вон он, знак Пи. Почему он не сходится? А, тень должна от него отойти. Вот он знак. Если факел потухнет, у меня будут серьезные проблемы. Так, нужно сразу это все поджечь, чтобы здесь был источник света. Так, среди этих двух лабиринтов мне нужно идти туда. Я сейчас пройду по кругу. Мы оттуда пришли, это нужно запомнить. И туда нужно попасть. А здесь некуда идти. Значит, я пошел неправильно. Смотрите, как все это, блин, делается. Я оттуда пришел. Нужно пойти сюда и спуститься вниз. Поджигаем. Поджигай. Здесь она не пройдет. Блин, как легко здесь заблудиться. Теперь я пойду вниз. Чудовище было здесь. Иди дальше. Сейчас, когда я пройду по этой реке, по этой воде, точнее, мой факел должен будет потухнуть. Там будет глубоко.
Она должна пригнуться. Она не может факел погасить. Да, она здесь пригнется. Факел погаснет. И мне придется бежать. Свет, беги, беги. Так. Снова бежим. Беги до света, беги. Стой, остановись. На свету. Свет. Безопасно. Бежим. Свет. Итак, там мне можно будет поджечь факел. Потому что здесь рядом знак. Так. Бери. Вот он, факел. Возьми его. Он защитит тебя. Теперь ты видишь, она сможет найти руну. Этот знак где-то рядом. Вот он. Нужно, чтобы отбросила тень. А что-то... Где что я могу поджечь? А, вот он. Вот он сейчас отбросит тень. Вот он. Imprisoned in her room at night, the faces in the dark, the walls.